В настоящее время в Кашхабльском районе успешно реализуются различные программы, направленные на улучшение условий жизни сельских поселений. Сегодня в хуторе Игнатьевске начались масштабные работы по благоустройству общественной территории по улице Ленина. Здесь расположены два памятника – братская могила пяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны и обелиск. Это место играет важную роль для жителей поселения и не только. Благоустройство общественной территории проходит в рамках программы «Местная инициатива» называется, которая подразумевает финансирование и местных организаций, и населения, и поддержка государства. Ну вот нами был разработан дизайн-проект на благоустройство вот этой территории. Ну, территория для нас очень значимая, потому что здесь проходят все мероприятия в хуторе Игнатьевский. И она была в таком неприглядном виде. Началось это благоустройство в начале 90-х, и как бы хозяйственным способом хаотично все было, и как бы все устарело. Вид очень плохой. И вот мы разработали дизайн-проект. Стоимость проекта 1 246 000. Но благодаря вот торгам стоимость проекта снизилась до 1 022 000. В торгах участвовало 5 претендентов. Выиграл наш местный ООО «Каскад» Бевов, руководитель. И вот сегодня они приступили к работам. Хочется отметить, что программа предусматривает поступление денежных средств из иных источников. Участниками этой программы стали два индивидуальных предпринимателя, которые находятся на территории поселения. Это Зехов и Черненко. Они вложат в этот проект по 60 тысяч. И администрация поселения около 180 тысяч тоже внесет в этот проект. И государственная поддержка, конечно, основное, без чего бы мы не обошлись, это 878 тысяч рублей. Вот. Так что работа, я думаю, что все будут выполнены в срок, и люди увидят, что у нас вот началось благоустройство территории, более современный вид. Подрядной организацией ООО «Каскад» придется выполнить достаточно большой объем работ. За обусловленные сроки им необходимо завершить благоустройство данной территории. Проект предусматривает, будет он представлять как бы аллею памяти. Здесь будут установлены доски почета, скамейки, фонари, благоустроена вся территория вокруг памятника, ну и выложена брусчатка, около даже более 500 квадратных метров. Будет такой культурный вид. Какие сроки они должны уложиться? Уложиться должны до конца сентября, все это освоить. Ну, я думаю, что это не такой большой объект, но будет все сделано. Тем более нам уже подрядчик показал все как бы оборудование, которое здесь будет стоять, и урны, и скамейки, и нас это все устраивает, все работы согласованы. Вот уже сегодня у нас и жители принимают участие, предоставили транспорт, сами помогают демонтаж делать. В общем, вся программа как бы идет по плану. По словам заместителя главы Игнатьевского сельского поселения Елены Чернышовой, в планах у руководства в ближайшее время реализация других подобных проектов, которые еще больше украсят хутор Игнатьевский. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабльского района.